Мы окружены лицемерными людьми, у которых не хватает сил признаться в определенных вещах, что мы сдали Арцах, что мы должны думать, что делать с этими людьми, что мы не удержим его в той ситуации, в которой как мы себя ведем, как мы себя проявляем, как себя оппозиция проявляет, как проявляет каждая новая инициатива. Мы своих людей оставили там. Мы должны их спасать. Ни у кого не хватает смелости это сказать. Выходят, играют, собирают подписи. Вы против или за? Да идите вы лесом, вы против или за? Вы сами все сдали, вы пришли с нами, играли, нам нервы тянете. К власти идете, чтоб что?